Здравствуйте, дорогие любители фиалок! Добро пожаловать к нам домой и понаблюдать за нашими с фиалками работами в режиме реального времени. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать или 10 раз прочитать. В этом видео вы увидите весь цикл моих работ с новоприбывшим посадочным материалом, все мои секретики, все, что я делаю с посылками. В непринужденной домашней обстановке я расскажу вам о субстрате, об обработке от вредителей, покажу, как увлажняю грунт и сажаю листья. Вы узнаете, почему в наших коллекциях появляются грибные комарики, почему я удаляю корневую систему у всех новых деток, ну или какой у меня любимый вид посадочного материала. Вы увидите посадку листьев с черешком и без, обработку и посадку деток, работы по спасению сильно поврежденной детки и зараженного бактериозом листа. Надеюсь, проведенные со мной час и 15 минут пробегут для вас приятно и интересно, а новичкам также помогут лучше понять фиалки, их агротехнику, ну или просто получить мой опыт.